территории даже одного муниципального образования. Есть производитель тары, а есть производитель готовой продукции, Рудня промконсервы, которые производят замечательную продукцию, овощную продукцию, сгущенку, знаменитую еще с времен Советского Союза. И в рамках одного муниципального образования в эту тару загружается очень вкусная смоленская продукция и уходит на внешние рынки. Поэтому радует, что в качественной смоленской таре качественная смоленская пищевая продукция выходит за пределы нашего региона. Это в очередной раз славит нашу замечательную область.